Всем привет, друзья, канал Мусалим. По работе у нас Mazda 6. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрутки. Показываем готовую обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок и установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм, называется он блокшот. Вот так выглядят наши жидкие подкрылки с шумоизоляцией локеров. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!